Парни, видимо, хотели показать, что нас, слушатели, порядком подзаебало все то, что было до этого. Что слушатели музыки попросту устали бродить среди старого говна. Хай-хай, дружочки-пирожочки, я снова решил сделать очередную реакцию. Реакцию на людей, клипы которые, признаюсь, я лично очень ждал. Мне было очень интересно узнать, что смогут показать участники реалити-шоу «Песни» на ТНТ, которые особенно отказались от услуг каких-то лейблов. Они решили, что сами своими силами смогут показать годный контент своим слушателям. Если честно, я до последнего не верил и не понимал, что они могут сделать и показать этому миру. Я вообще не понимал, что у них будет, но, как показало время, будет. Вот и клип подошел буквально пару дней назад, но я его не смотрел. Я ждал выходной для того, чтобы посмотреть этот клип вместе с вами. И посмотреть, оправдают они мои ожидания или не оправдают. Мне очень жутко интересно, что же сделали парни. Тем более, я несколько раз уже до этого говорил, что мне нравится, что делает Максим Свобода. А тут он еще и сделал дуэт вместе с PLC. Итак, готовьте чай, кофе или что-нибудь покрепче, я начинаю просмотр. Ах да, на канал подпишись и не забудь колокольчик нажать для того, чтобы не пропустить новые видео. Пока я тут ищу клип Макса Свободы и PLC. Ускориться. Сделали? Тогда поехали. Ну, гора какого-то мусора. И стоит телевизор, на котором я вижу уже изображение Макса Свободы. Ну да, смысл начинает. Ну, пока ничего определенного не могу сказать, ну просто мусор, телевизор, Макс Свобода. Ну, просто хорошая песня. Мне нравится эта песня, я об этом говорил, по-моему. Опять мусор, опять телевизор. Ну, что-то как-то... Я не знаю, как комментировать. Давайте, может быть, я просто посмотрю, а потом, может быть, картинка какая-то сложится. Пока два плана. Мусор, свалка и поет Макс Свобода. Ждем, что покажет PLC. Это что, тарелка Муз-ТВ с гнилым... это типа тарелка, на которую наклеена... все... Ну, типа премия Муз-ТВ с гнилым яблоком. Ну, ничего так, знаете, качает. И, в принципе, тут даже картинка не важна. Ну, как по мне, мне просто хочется слушать песню. Я увидел, там еще девушка какая-то в мусоре валяется. Ну, надо делать паузу для того, чтобы авторские права не забанили. Вот я понимаю вот эту фразу «Мои люди все под черным флагом». Я надеюсь, что те, кто смотрел реалити-шоу «Песни», они понимают, о чем поет PLC. Ну, то есть его команда «Black Star», то есть «Черный флаг» под «Black Star». И вся его команда практически переметнулась на лейбл Black Star. Он и поет «Мои люди все под черным флагом». Чё? Мне показалось или... Нет, показалось. Девушка очень похожа на блогершу Трея. Мы говорим, наши врагами смотрят
Я понял. Я понял смысл этого клипа. Ну, до меня уже доходит. Да, они ускоряются, они делают новый шоу-бизнес. Им нужно показать миру. Ну, то есть, они говорят об этом. Хотя клип в этой песне абсолютно не важен. Ну, то есть, как бы он... Ну, вот это просто визуальная картинка. А тут весь, вся соль в песне. Вот именно в песне. И когда слушаешь песню, понимаешь, о чем она, ты понимаешь этот клип. Хотя с первого раза, вот я вот, допустим, сейчас смотрю, и если бы я до этого не слышал песню, я уверен, что я бы не видел этот клип. Ну, то есть, как бы не понял этого клипа. Не знаю, поняли вы меня или нет, но как бы я в конце сформулирую свою мысль. Типа, лучше ускориться. А у девушки, я так понимаю, это вот бренды или что-то такое вот. А, нет, это фотографии. Круто, блин, круто, идея хорошая. Ну, песня крутая, музыка качает. Ребят, ну, скажите, что это вот говно. Да никогда в жизни. Причем, знаете, вот я сейчас ловлю себя на мысли, что просто небо, когда бы слушал эту песню, он бы сказал, фу, это что за шумы, это какие-то помехи. Да, Сереж? Она клеит наклеечки на телевизор, типа на этом. Давай, расколбас! Ну, клево вообще, качает прям. Типа, стоп, остановитесь. Art is now. Все. Вот и все. Ну что ж, давайте подведем итог, и я расскажу, что я думаю, впервые посмотрев данную видеоработу. Да, признаюсь, песню я уже слышал и неоднократно, она есть в моем плейлисте, и она мне безумно нравится. Но, если честно, то многие после просмотра данного клипа, как я и уже говорил, и если вы до этого ни разу не слышали песню, вы можете понять, что этот клип просто набор какого-то мусора, каких-то шумов и непонятных картинок, что там нет идеи. Хотя идея там есть, и она действительно очень глубокая. И до меня она была, например, донесена вот в этом клипе. Хотя я, признаюсь, клип реально смотрел впервые. Да, видно, что снято малобюджетненько, видно, что парни накопили денег на гонорары от тура, который идет сейчас в данный момент. Но это не имеет значения никакого. Я считаю, что лучше снять один вот такой малобюджетный клип, чем потратить большие деньги на такой клип, как, например, «Ибица». Ну, давайте, для тех, кто все-таки не догнал, о чем клип, я немножко расскажу так, как я увидел эту видеоработу. Это, скорее всего, задумка режиссера о новой музыке и о новом шоу-бизнесе в целом. Парни, видимо, хотели показать, что нас, слушатели, порядком подзаебало все то, что было до этого. Что слушатели музыки попросту устали бродить среди старого говна. Отсюда и был показан весь этот мусор, все эти тарелки премии Муз-ТВ. Это все мусор. Слушатели устали от старых песен, от старых исполнителей. Вот от всего старого. Они жаждут нового. Но им этого не дают. Не дают сделать вот эти вот крупные лейблы, которые вот их засасывают к себе. Короче, клип данный показывает о том, что нам просто надоело находиться среди этих эпатажных звезд и вот этих вот гламурных премий, вот всеми купленных премий. Музыканты попросту, видимо, забыли, что главное в том, что они делают, это музыка. Я думаю, что парни просто решили всем показать, что и без лейблов можно сделать что-то годное. И у них это получилось.
Еще я хочу подметить, что те артисты, которые были на реалити-шоу «Песни» и которые после шоу ушли в лейблы, такие как мною нелюбимый Хабибка, до сих пор не имеют даже ни одного клипа. Поэтому «Свобода», например, сделал правильно, потому что не пошел к Фадееву. И не стал прогибаться ни под кого. Впрочем, как и PLC. Хотя я думаю, что и у «Свободы», и у PLC были реальные шансы попасть к своим наставникам. К Максу Фадееву и к Тимати. PLC спел, что его люди все под черным флагом, а он остался один. И причем, знаете, замечу, он недавно выпустил песню, которая называется «На вылет». Песня реально порвала всех, она занимала верхние строчки в том же iTunes без поддержки каких-либо лейблов. Эту песню поддержали все артисты, включая Ёлку, для которой эта песня прям очень-очень-очень подходит. Короче, вернусь к данной работе, и как я уже сказал, клип очень достойно снят. Песня, вот данная песня, это и есть новый шоу-бизнес. Очень живой клип, а PLC явно поднял свой уровень. Одним словом, парни просто ускорились. Я реально рад, что они не остались в тени и смогли достойно сделать контент. Единственное, что мне очень жаль, что Кристина Кошелева, например, ушла к Фадееву. И она просто потухла среди тех артистов, которые находятся в Мальфе на данный момент. А как по мне, она была бы очень гармонична в этом треугольнике. Свобода, Кошелева, PLC. Это был бы очень яркий такой тандем. Мне кажется, что Кристина уже и сама недовольна тем, как продвигается ее карьера в Мальфе. Вернее, она никак не продвигается. То, что она выпустила такой дешевенький клип, саундтрек к какому-то фильму, ну где он? Да нигде. И лично мне кажется, что у тех, кто не попал в лейблы, больше шансов чего-то завоевать. Они же свободны во всем. Короче, мне клип понравился, мне понравилась идея, понравилась сама песня, понравилась картинка, ну, одним словом, все. Я не ожидал, что будет так, если честно. Премьера вас, ребята. Ускорьтесь и ускоряйтесь дальше. И покажите всем, что шоу-бизнес – это не только Малфа и Black Star. У меня все. Если понравилась реакция, если понравилась песня и клип, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие реакции на этом канале. Также подписывайтесь на канал Буря Лайф, ссылочка будет в описании. А я все, побежал по делам. Пока!